Давай, давай, Алекс, давай цеплять трос. А что за глок? Потому что, блядь, по воде машины не рассчитаны ездить. Так кто здесь говорит? Хозяин УАЗа? Голову, главное, шаклом не попади. Надо было с УАЗом сразу туда оставлять. Вот, между прочим, лучше с УАЗом было ехать. Он бы назад бы хотя бы вытащил. Валера, ближе подойди, Валера. А? Ближе к машине подойди. Какой? Которую снимаешь. Мы сразу хватанули. Что ты как лошара сел так на берегу? У вас просто херня, дверей нету, и получается... Смотрите, второй пошел. А что, кого он? Асачу зовет или кого ты зовешь? Вынимай. Осторожно. Только двигатель не заводите. Надо сейчас выкрутить свечи. Только не заводи сразу, понимаешь? Я не буду. А сразу заводи, никого не слышишь. Саня, говори, потому что вот они уже свои планы. Вот пирожки! Курасаны! Двери откроются. Не, дальше надо, потому что сейчас Алекс диско поедет. Не, дальше оттаскивайте, Алекс диско дайте дорогу. Это Алекс нас, Алекс диско дома спит. Я тебе говорю, это неправильный УАЗ, у него не было подводного зажигания. А были двери, он